Можете посмотреть? А вот поэтому в Саратовской области у нас дороги такие. Потому что этот щит через некоторое время превратится в околку. Марки 800 у вас... Не, ну слушайте, ну о чем вы мне говорите? Я еще раз говорю, я вчера был в Кении, смотрел. Значит, где-то две недели назад был в Волгограде, смотрел. Ремонт дворовых территорий, щебень, который они в основу кладут, 800 и выше. Вы сюда здесь щебень, значит, кладете. 600, как вы говорите, и выше. Но это путь там. Валерий Николаевич, вы заказчик. Они должны понимать. Вот у нас есть Волгоград, чуть туда южнее, чуть западнее Пенза. Ну, пускай съездят ваши, посмотрим. Просто я еще раз вам говорю, и в Пензе, и в Волгограде кладут в основу щебень 800 и выше. Мы на самом деле здесь укладываем тот щебень, который сейчас сказали, по всем нормам, по всем СНИПам. Этот щебень не просто допускается, он рекомендуется для... Я вам про свою. Учитывая, что я не знаю, кто вам там нарекомендовал, у нас дорог нет в Саратовской области по той причине, что либо вы живете по тем рекомендациям, которые просто возьмите и пересмотрите, как заказчики, либо посмотрите, как делают в других территориях. Но я вам не случайно говорю, я вот подходил в Пензе, смотрел, спрашивал глава города, он был глава администрации, и щебень практически гранит, они...